Спасо-Вознесенский кафедральный собор Симбирской митрополии принесен ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Ковчег с частицей мощей святой уже был в Ульяновске в декабре прошлого года. Тогда приложиться к святыне смогло огромное количество жителей. Но из-за морозов, когда людям приходилось отстаивать огромную очередь на улице, до конца дошли немногие. По приглашению владыки Анастасия мы приехали сейчас, летом, когда хорошая погода, когда те, кто не смог зимой пройти через это духовное испытание, могут приложиться к мощам в ближайшее время в кафедральном соборе. Сразу после принесения ковчега в собор митрополит Анастасий возглавил служение литургии. После богослужения духовенством было совершено молебное пение блаженной Матроне. Святая блаженная Матрона помогает нам в нашей житейской скорби, помогает нам сохранить образ Божий от греха, проклятия и смерти, помогает нам жить по христианской вере и дарует по ее молитвам, Господь, все необходимое для временной нашей жизни. Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. Только в 90-е годы огромное количество людей стало свидетельствовать о многочисленных чудесах, которые происходили по молитвам блаженной и при ее жизни, и после ее смерти. Больные исцелялись. Люди, которые имели проблемы в жизни, получали разрешение этих проблем. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской будет находиться в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска до 25 июня включительно. Каждый день с 7 утра до 19 часов все желающие смогут приложиться к этой великой святыне. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».